Давайте я в хард. Давай. О, с таким пингом я хуй знаю. Только кто-то курит, купите кто-то. Я. Окей. Вот так вот нахуй. Давайте так. Даже вардов дам. А, вот слушайте, я ж с рандома. Это ж я сейчас вкачу, чем буду плотно в лесу. Кому-то что-то давайте надо вот такого еще? Мидера возьму, это стиль интернешнала. Товарищи, надо кому-то что-то. Диманчик, мидас, рецепт надо. Слушай, мне фласку. Фласку, пожалуйста. А у тебя сколько пинг, Диман? На исте. Так, спасибо. А, нормально. Получше, чем у нас. Мы типа на другом. США живем. Как на западном. Я понял. Митяй, а вы сильно пили после интернешнала? Ну, понимаешь, ты приходишь, у тебя VIP-бар с любым бухлом и бесплатно. Понятненько, без прикольно, наверное. Без лимита. А кто был самое сильное говно? Чувак, похожий на Мерлине. Я не верю, что это был он. Но он, короче, просто зашел в автобус, лег, и потом его не смогли разбудить. Так, кто? Он просто лег. Да может это тот самый, который Аигис разбил? Нет. Кстати, китайцы, типа, там это... У них же какой-то закон в стране, что типа пить нельзя. Поэтому они никогда типа не пьют, а тут нажрались. Половину и очень быстро. Ну, само собой. А что они делают, если им пить нельзя? В доту играют. Вот, тут виверс фордами. Причем, судя по всему, не очень хорошо в доту играют. Так. Через раз. Вот поэтому, блядь, они и сидели и смотрели на европейский финал, потому что не пьют нихуя. Вообще, на самом деле, ребята, у меня мы есть... Критануло. У меня паузу. Есть одна теория очень интересная, если, конечно, вам интересно ее послушать во время паузы. Лех, спасибо, что поставил паузу, я расскажу пока. Значит, почему китайцы такие оказались на уровень слабее? По-моему, дело в очевидном. Дело в том, что они тащили в первой доте, потому что игра была стабильна очень, и там редко менялись какие-то пики или мувы в целом, там все знали, и... У китайцев есть такая черта, что они умеют очень неплохо задрачивать и доводить до идеала, собственно говоря, то, что то, допустим, в чем те же европейцы считают себя уже абсолютно топовыми, которым, грубо говоря, некуда уже развиваться. Вот, но так как Dota 2 эта игра сейчас новая, она очень часто изменяется, добавляются новые герои, которые очень сильно меняют баланс. И тут решает то, кто быстрее может и лучше приспосабливаться. И вот китайцы конкретно в этом они не слишком сильны. Но когда Dota 2 достигнет уже уровня Dota 1, когда все будет меняться очень медленно, и там будет решать исключительно задротство. Задротство каких-то микромоментов, микро-микромоментов. Вот тогда китайцы, я считаю, выйдут опять на топовый уровень. Ну а пока Dota нестабильна, конечно, Европа будет долбить китайцев. Вот ну, такая. Лет 5 у нас есть. Что? Лет 5 у нас есть. Да. Спасибо. Ну чё, ребят, потеем? Не нельзя потеем, упасть. Потеем. Грязь лицом перед америкосами. Как суки просто. Надо наказать америкосов. Они потеют просто. Начнем. Они уже потеют. Давайте, накажем, чтобы в России потом интернешнл проводили. Они уже потеют, понимаешь? Да, вот уже в миде я вижу пот. И пахнет так же соответствующе. Полотенчики? Да, так, надо кстати, будет погонять все-таки, пацана. Ну я иду гонять его. Только гонять мне остается. А у меня нюкс. Что, забанен там? Да, два варда было. Действительно потеют, получается. Нюкс, зачем ты пришел сюда? Петюш, ну ты прям, наверное, за крипов забегают, когда они встречаются, так это... И можно я там буду подключаться тоже. Хорошо. Ребят, представляете, что нюкс со мной делает? Он просто станет меня. О, Андрей, если я подойду, мы отравим ему пиздак? Да. Покажем ему. Еще мне станчик, наверное, попробует дать. Щепчущих яиц. Давай. Вот сейчас мы должны его наказать. Эй, ты не прочитал, да? Да. Братан, он умирал сейчас. Отличная игра, Альберт. Вот тебе русского, сука, гуся въебало. Хорошо, Альберт, очень здорово сыграно. Кстати, как вот же сейчас зарешал, можем, если угадаем, чил, вот сюда, наверное, вообще куда? Просто этот пацанчик попадешь? Не дамажил. Не, ну ты понял, Петюшка, где Петюшка, ты должен манцевать, как я, брат, когда он уходит в Шигуч. Окей. Читать ситуацию. Потому что тут, ну, как бы американец же, надо нам это. О, тут нюкс, братан. А? Блять, дабл спам случайно сделал. Ну ладно, сделал случайно трипл спам туда. Раз пошла такая... Такая, ну вы поняли. Руна сверху. Руна сверху. Это руна. Опять она сверху.
Бля, действительно потеют. Может, это друзья из Бенерой Холла? Чемпионы мира? Да. Возможно, возможно. Так. Вообще, Нюксам можем распилить, когда третий получу. А я третий получу вместе с тобой, поэтому... Бля, он, короче, давай Нюкса, давай Нюкса. Или Вивера, Вивера, Вивера. Что я теряю? Витюшечка. Витюша. Витюш. Так, тихо, тихо, тихо. Боже. Так, я понял. Побежал на базу. Я тоже понял все. Так, ну сейчас должен тащить. А, Дредыч, ну, Дредыч. Да, я понял. Ну-ка. Хорошо играете, молодежь, хорошо. Крутись, сука. Да крутись же ты. Хорошо играете. Бля. И бля, я чё? Я ничего. Не надо лишних слов, ребят. Да слышите, я просто не крутился. Это оправдание, Андрей. Ну бывает и такое. Это же Акс. Чертов рандом. Я вообще пиздец как недоволен сейчас, если честно. Мной? Извини. Да не. Просто ситуация на топе у нас. Возможно, некоторые на моем месте уже ударили бы доту, то, что случилось сейчас со мной. Пол, ТП в миды. Нюксус, угомонись. Там еще Рубик тебе шел. Они руны держат, и посмотри на этих ублюдков. Сосычи грязные, блядь. Бля, реально что добивает этих своих вместо того, чтобы чужого добить. Нормальный пацан. Ну, опытный, опытный, да. Опытный, опытный, тут без вариантов. Но я уже понял, как он действует, поэтому. Так, мне надо вот это купить. Что-то еще там. Так, против их пика. Что да, блядь, нужно? Фиданул. Похоже, что. Кто фиданул? Не фиданул. Все, отбой, паника. Так, это хорошо, Витюш. Привет. Ой, ты заставил. Витюш, го этого. Ты где? Вивер нам отдавался. Витя, почти там было. Виверок, кстати, у меня тут, окей. И что, что-то будет? Да забей. А, ну спился. Пиджерсия в топ идет, пиджерсия в топ идет, Андрей. Ой-ой-ой-ой. Бегите. Хорошо как. Слушай, а ты что хочешь отсюда? От меня? На, по булкам. Андрей, убивай ему нахуй. Да-да-да. Вивер к вам тоже, ребят, скорее всего. Плохо им. Слушай, а Вивер здесь действительно... Так. Лол, два крипа. У кого такая курица красивая, ребят? Я мансую, Альберт. Миктор, а ты до где свидания, взял Андрей. Такую? Как это, до свидания? Продал крылья пака. Я пиздец. Не-не-не. Да-да-да. А будет что? Да у него все, у него маны нет, забей. Пизди, мразь. Хорошо, ребят, хорошо! Блин, а были бы у меня стики, я бы, наверное... Бля, я вам больше скажу тут. Либо... А, нет. Ты фармил большую точку эту, Андрюх? А? Большой спаун фармил ты? Да. Да. Блин, потом еще здесь можно будет убить Эншентов. Где? Что? Эншентов? Да. А если они сами это хуй сосят? Ну, вот мне двух. Сейчас мне девятый нужен сначала в леску спокойно нафармлю, там потом, может быть.
алхимик придет и разъебет их. Кстати, да, такое тоже может быть. Но я смотрю, Алик, можно его... ну, давай, подходи. Я не мешаю, лол. Давай. Просто ни разу не прокрутился еще. Что ж, ну ладно. О, есть крутилочка. Алик, инвиз заберешь? Да-да-да, сейчас возьму, приду. Арканцы возьму только. Не давай арканцы только. Не даю арканцы. А инвизик возьму, им возьму. Да-да-да. Так, вивер там в соку уже. Да, здесь действительно... Андрюх, пока потеют. Фармишь крипов, покажи фанатам. Сиськи? Это. Не, не сиськи. Этот. Арканки. Ну, как его, курицу просили показать. А, курицу, вот, ребят, курицу. А сиськи тоже можешь показать. Не, сиськи не буду показывать. Я буду драться сейчас. Растам, это да. Ребят, нужна подмога здесь. А, это сейчас ему подмога нужна будет. Воу, вы чувствуете, как Альберт делает эту игру? Я чувствую, да. Лучше, чем Дэнди делал. Так, смогу ли я убить этих ребят? Я думаю, смогу. Я в себя верю. О, под смув спидом. Спасибо, Лёх. У них вот здесь вижен есть. Какой вижен? Вард стоит. Прямо в миде можно сейчас убить обоих, короче. Да-да-да. Типа, понял? Подставись и... И ровашку, да? Да-да-да. Сань, типа, чтобы тебя он хукнул. Ну, лол, ты пока добежишь, мне пиздак оторвут мой рыбий. Ну, а, да, у тебя второго шкила нету. Уйди сразу, пойдем. Просто гаш. Хорошо, ребят. Кто из нас еще потеет? Ну, лол, я не хочу каким-то гамбургером проигрывать. Гамбургером. Все правильно, Альберт, все правильно делаешь. Здорово, короче, здесь азиатов реально больше, чем... Я меку делаю, в курсе там все, да? Да. Азиатов больше, чем америкосов? Я орну сделал. Воу, Диман, живи, братишка. Я не варик, не выживал. Так, Рубен Валерьевич получает 5 уровень. А есть на ТП-шку какой-нибудь, ребят? Так. Атака сверху, вижу. Бля, есть на ТП-шку? Так, здравствуйте. Купил. Дропнул. Хорош. Алхимик, чё хочешь там, Диман? Ты не в курсе? Вышку забрать хочет. Давай пистолет ему дадим за это. Давай. О, Андрюшка, лови его! Поймал. Гусик, блядь! После это, после ульты наболтаешь ему? А, ты уже как что раз там. Оставалось. Раз, да. Хватил, спасибо. Так. Атака. Алхимик минус. Грамотно. Пацаны, ну что-то вообще не чувствуем. Я за чипачку прогорю, а ты... Да это Митяй нас запугал, по-моему. Конечно, Альберт. Нравится мне такая тема. Да я вижу. О, Андрюшка, ну мекаш будет. Ну, тупое. Крутись. Хотя бы тавр никому не достался. Знаешь, приятно даже, честно говоря. Диман, валим. О, Витюша, будем его трогать? За сиськи. За сосцы его. Я вам ульт дам, ребята. Я догнал, это нехорошо. Соло! О-о-о-о, ты делаешь тебя, вот сейф. Такое. Все на таи до соски. Потритузные. Как меня будут бить. Так, а не убью ли я случайно алхимика в одинца? Бля, Диманчик, он нас сейчас всех килл. А может ему иллюмината? Ой, хорошо. Ты, ты что творит, ты вообще, парень? На таймлапсе? Push now. Я же говорю, потеют. Well played. Воу, побежал. Ну есть, мана, еще много. Убей рубика просто снизу, нет, ребят?
Где Рубик? Где он был? Я знаю, где пуш. Может, ты что-то зафармит так? Так я пойду зафармлю сейчас. Вот, okay. Акс пойдет сейчас что-нибудь другое сделает. Алхимика поднапряжет, наверное, немного. Товарочек только, а мы тут ебанули уже товарочек, его дела. Пойду я меку доделаю, чтобы мы вообще сильные были. Ну, ладно, я в пайп-то уйду. Так. Это, пожалуйста, так, я, походу, делаю. Это продать. Кого? Это забрать. А, умер? Не-не-не, они нельзя было, хуя ударя. Живу. Алик, можно контрганг устроить, как бы? Контрганг? Так, а в центре есть телепорт вот этот? Вол, давай ловить его. Жучара. А блайндинг штука не успеет откатиться. Ничего себе, как он творит вообще. Слышь, я если честно... Давай. Алик, думал, что эншентов поменьше. Да я не, рейвич не буду нажимать. Рейвич, ты знаешь, какой первый левел рейндж? Нажми его сейчас, посмотри, какой рейндж, блядь. Пиздец. Алик. Куда курица летит? Она сейчас умрет. Слышь ты, ну эншентов я надолго тут. Может, поможешь на туре, Андрюх? Андрюх. Сейчас, подожди, братиш. Ты там мансуешь? Я все, доманцевался. Я тебя жду, давай тогда. Ну все, давай, на дискотеке. Как, ну, знаем, да? Че, дискотеки? На дискотеке, я тебя жду, не слышу. Курица реально жесткая. Это, давайте, товарняк, смотрите, лечу. Слушай, не бойся его, Витя! Отпусти лошадь, блядь! Хорошо, блядь! Андрюх, ну я тут размял уже всех. Все, я сейчас приду. Есть ульт у роля. 5 секунд. О, братиша, давай его. Как раз лифт пройдет. БФ алхимик, опасность. Это что такое? Все, Лех, я иду. Давай, Андрюх, а то мне без тебя тут, видишь, плохо. Да, я вижу, плохо. Только я не знаю, со мной будет ли лучше. Они размятые все, посмотри, как сильно. Они мне все равно по щам дают. И не то чтобы минус морали. Да, они мне не очень-то дают по щам. Ну что-то армор побольше. Ну все, Лёх, давай. Давай, братан, погнали. Погнал, сосёр. Живем? Для скорости, Лёх. Живем, нормально все? Все хорошо, да. Вот видишь. Давай по это, вдвоём бить. Маны, маны, подойдите. Давай, это нормальная тема. За маной пойдем к нему, не? Ну, мана не то чтобы очень сильно нужна мне сейчас. Слышь, так пойдем тогда синего камня еще оформим с тобой. Я боюсь, посмотри на мои здоровья, показатели. По-моему, ты один оформишь уже синего камня. Да? Не, я могу, только у меня хп тоже маловато. А, ну ты умрешь, скорее всего, да. Да, ты умрешь. Алик, сейчас придет мекку, и все нормально будет. Альберт, это правда про мекку? Правда, есть, Вась, есть мека. Я еще руну еще заберу. То, что есть, мало интересует, она мне нужна на Рошане. Я дам тебе, дам. Ладно, я пойду полигенюсь. Полигенюсь? Угу. Смотрите, вот этот вард просто. Ребят, мне надо вверх дефить. Бля, Рубик, по-моему, не друг Вивера. Он какой-то слабый. А Вивер какой-то мощный. Альберт. Как крутится Акс. Ты держишься, Альберт? Да, по-моему, там враги в курсе про Рошана. С чего ты взял? Да, ну, подозрение такое. Бредовое, конечно, наверное. Подумай такое, что могут знать. Это... А тут, кстати, алхимик. Короче, находится. Я иду на базу, потом будем пизды давать. Я сейчас алхимику пизды дам, не против? Ну, он зафармил, что ли, уже? Нет. Ой, блять, по микрофончику пизданул нечаянно. Так, Путги не прав здесь. Вивер сразу здесь такой веселый. Просто блестящий игрок все было. Дай мана? Нету, блять. Отал.
Ой, блять, как я играю. Оп, сзади. Превосходно. Мэйд валидолит. Нормально, нормально, ребят, скоро к вам подойдет супер тролль. Попал. Да ты ёб твою, что это за... Просто не успеваю, ребята. Не, кристаллис не буду ровно. Лотарчик. Геннадий, Геннадий. А можно манки немного? Я дал тебе только что манки. Котл, give me some mana, please. Give me mana, please! Give me mana! Котл! 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 Give me mana! Котл! Котл! You want mana? Hello. Give me mana! You fucking bitch! Котл, ебло тупое! Залейте мне в это мана, пожалуйста. Ребята, нашел! Уже спускаю. Блять, дред, ну что ты? Котл, give me mana! Give me mana, Котл! Котл, нихуя себе. Котл, give me mana. Давай, давай. Хорошо. Пацаны, я вам нужен вообще? Нет. Котл, give me mana. Котл. Католическая церковь, give me mana. Несу много маны, 5 кларити закупил, до конца игры хватит. Котл, give me mana. Ты грешник, Альберт. Котл не дает мана. Бегите, бегите, молодежь, бегите. Котл, гиф мана. Стойте, стойте, все регруп на мана, парни. Алик, хочешь мана? Я ушел. Стой! Я тебе аут делаю. Стой, Алик, стой! Я ушел. Стой! Ушел. Стой! Я читаю, ушел. Я отвечаю, я его... Дред, драка, дред. На стимеку. Нет, стой. ТП меня, ТП. Котл, ТП меня. Уже в центре. Котл, да, точно. А где враг? Я вылетел, выполнил миссию. Задуешь сюда? Ну, в next волну. Я там это тайды притянул. А он ты посчитай сцену. Ого, ребят. Смотрите, что творят. Присотная, блядь. Пацаны, что делают они? Андрюха, ты сможешь их ешнуть? Ешнуть сможешь, Андрюха? Смотри, у меня получается. Бля, ебать, я слово кинул жестко. Бля, кто курицу рюзает, ребят? Дайте, пожалуйста. Кот, у меня ману что-то стал давать. Андрей, не бойся, меку дам, не ссы прям. Да. Кому маны? Котл, хочешь маны? На, Котл. Цеплять буду, кто подойдет. Тебе маны. Дред, хочешь маны? Давай. Тебе тоже мана. Спасибо, из жизни еще мана. Кому еще маны, ребят? Смотрите, кого нашел, пацаны. Никакая не задача случилась сейчас. Хочешь, Котл, еще маны? Держи еще маны, Котл. Подожди. Молодой человек. Так, а вот этого пацанчика, а? Котл на мувспиде. Бля, алхимик. Альберт, а у тебя ровейдж когда вообще? Бывает когда-нибудь? 8 секунд, 8 секунд, 8. Я бегу тогда, не давай пока. Ну, попадешь не давай, не давай, не ты давай. В кого-нибудь. Хорошо! Или давай, давай, наверное. Ребят. Получите по пиздаку, ебаные буржуи, блядь! Ах, хорошо, что за пот хороший. Отпусти, пацаны, Алёшу, это же был рэмпейдж. Чёртов рэмпейдж не дали. Я еще подлечиться, ребят. Есть. Give me mana! Надо мана, give me mana! Раз, два, урна! Лёша, иди сюда, меку дам. А урна есть? А еще что-нибудь есть? Есть на Рубик. О, идет. Распидорасило. А паука. Вот этого молодого человека. Не, нет скиллов, нет финансов, Андрей. А джамми. Нормально. Опа, Лех, давай. Хорошо. Заебал. Хорошо. Впитываю, впитываю, ребят. Если не ты алхимик, ну хотя ты тоже.
Так, виверочек здесь, виверочек. Give me mana. Огонь. Отпусти Андрея, блядь. Слышь, ты чё? Это мать? А где виверочек? А, вот. А я уже был подумал, что он это, пощадил меня. Ой, Тавр Визион дает. Что, в принципе, нормально. Для Тавра. Альберт! Не, ну этот вивер, он просто не хочет отпускать. И с этой стороны ударит, и с этой ударит, и с... Ой, что творит? А вот ты бы на него повесил бы эту штуку-то. Мичай, что-то ты не потеешь. Я жалею. Жалеешь? Или его. Понял. Give me mana, please. Fucking котл. Fucking гамбургер. Блин, с таким пингом Last Hit, кстати, не очень кайф. Есть такое. Заметил такую тенденцию. Но, котл, но! Но, купи, котл! Котл, но! Fucking котл. Так, и что делаем, ребят? Надо закончить. Есть, Равага есть. Можно пойти они, кончать. Они написали ГГ, мне кажется, это фейк был. У нас 7 вардов. Ох ты ж, ёбаныш ты нахуй, я его знаю. Ребят, уже мешу его. Размонцовый, много. Андрей. А может монолик всё-таки? Хорошо, всё-таки? Хорошо. Нет, куда он? Жиробасина идёт сзади. Жиробаса ловлю. Вот давай, вот этого. Да, Жиробаса, Жиробаса. Жирненького, жирненького. Постный, иди сюда, постный. Толстячка, толстячка. На мувспиде. Хорошо, пацаны. И типи аут. Так, есть Равага? Алёшка, держись, братишка. Держусь, ребята. Ох, или спустили нет? В тебя, Алёшка. Бля, да что ж он тут делает? Спускает. Этот ебучий алхимик. Спускает, Лёх, спускает. Действительно спускает. Бро, летел с мекой, короче, как это. Реанимация быстрая. Не вышло. Так, кто там? Рубен. Рубероид. Рубчик, блядь, не выебайся, Вася! Тихо. Бежон. Бежон. Сейчас придет алхимик, ребят. Покажет вам, как он умеет накручивать. И спускать. Давай вообще, го закончим, может? Хорошая идея, мне нравится. Просто мне фармить, да еще и в паблике вообще никакого удовольствия не доставляют. Кстати, заметьте, сколько вардов сентри у нас стоит. Отдельное спасибо Дмитрию, который был на Интернешнале. Подсмотрел стратегии такие. Ну, если что, много вардов решает. Когда впаду покупать ген. Ха-ха-ха! Ты сумаешь котлом? Так, ребята, give me mana! Но это того стоило, на самом деле. Бля, го вместе все, пожалуйста. Давай, я подожду самона на базе. Эй, выкупайся, Андрей. А я не могу, у меня кулдаун. О. Не ври, просто денег нет. Деньги есть, у меня кулдаун. Мы же доминируем, правильно? Го без него тогда. Го без него. Лёша, ты готов летать? Да, только я на мид, как бы там тавера нет. А. Опа! Хорошо-то как, а? Может, Андрейку подождем? Андрейка через 35 секунд уже будет готов. Так, инмейт хорошо. О, инмейт. Вот я поэтому не хотел играть, на самом деле, на котле эту игру. Сейчас до инмейта дойдет сообщение, он ответит, сделаем своим, и вот услышим комментарии его по этому поводу. Я рот этого никса ебал. Ну вот. О, виверочек. Блин, этот виверочек, он так мансует, Вася, так мансует! Отпусти оленя, блядь! Так, ребята, иду на помощь! Так! Пошел ты! Поджег его! Там тоже парень был какой-то!
Ты заманишь котлом? Да. Блин, хпшечки не хватает как-то. Интернешнл наш, пацаны. Великая победа. Согласен. Америкосы повержены просто. Пойдемте в верхний коридор. А давай. Я, правда, паниковать не хочу. Почему? Ну, я слабый. Не, ну так, ладно. Лёг, смотри, сейчас обманул. Там болтают козюлю, парень. Блять, сколько у меня DPS-а входит. А есть что-то? Равага, ага. Да, уходи отсюда, парень. Бля, меня жрёт плод тупое там. Бедрило. Как больно мне делают. Ай-яй-яй. Не выиграть собрались? Благо, есть байбек у меня. Едем, едем, едем. Вперед, с песней. Да, байбек, ну чтобы меня засамонили. А будет еще самончик? Самончик будет? Смотри, Диман, ну, вот здесь стою. Успеешь еще один? Братишка, не умирай. Хорошо. Диман, самон меня. Спустили, спустили. Блядский жрот. Блядь. Пацаны меня опять там хотят покушать. Я вот потный. Такие есть. Там байбек за байбеком, ребята. Ах, немного не успел. Хау! О, ребята. Оу! Оу, щит, гайз! Андрей, на меня их веди. Ладно. Одна сторона, это еще ничего, кричит алхимик. Иди сражайся, Андрей, иди сражайся, сражайся. Хорошо. Грамотно все сделаем сейчас. Как мужчина. Сражаюсь. Вот этих лови. Все, сражаюсь, сражаюсь. Ага. Грамотно, значит, сделаем. Слушай, по-моему, в твоей стратегии есть промашка какая-то. Называется No Ravage. No Limit. No Limit. Holding, baby. О, он там подстанился, я чувствую, да? Не-не-не, неправильно. Неправильно ты, дядь Федор, чувствуешь. Эх, байбеки тратятся, что-то все плохо. Вивер получает артефакты, алхимик-то какой жирный уже! О, это вивер артефакта. Кстати, ебать, пацаны, вы видели, что они... У Альберта 15-0. Они меня вдвоем в инвизе ждали сюда, на катапульте. Ну и грамотно. Стрелов. Да. Лол, nice, nice game, baby. Yeah. Заваривать, заваривать. Не, ну алхимика не взять, на самом деле, вообще нихуя. Я подхожу, Алек. Давай убьем. Да, Тайдхантера тоже такое. Не-не-не, я про Тайдхантера. Алек, нужно. Алек, сейчас нажмет, смотрите, Алек. Смотри, сейчас нажмет, сейчас. Альберт. Живешь? Две урны! А такого не выживают. Взорвался лах. Первый. Ага. Конечно. Ты меня любишь! И веришь, хранишь, молюешь! Ооо, это чудо! Ебаный орёт. Набалтывает там парень по чуть-чуть. Пацаны, они выиграть собрались, что ли? Я не могу понять. Тогда. Это будет не слишком сложно сделать для них, на самом деле. У них там DPS очень хороший, алхимик, у них сейчас денег очень много. Там у вивера шмоток просто города. Еще на две. Да. Такое тоже замечено за ними. На самом деле они тут никак не выигрывают вообще. Даже при том, что мы... Слушай, ну это как сказать, герои-то у них хорошие. Вивер, вот может, этот, у тебя очень хороший скилл. Может, башер даже купить, с такой скоростью нормально будет. Кстати, преимущество играть с американцами, что они не смотрят стрим. Как ты их недооцениваешь. Русских тут тоже очень много. Понял. Ты меня любишь. Ну ладно, я не буду петь, чтобы в грязь лицом не упасть. Спасибо, Андрюх, за брейсерок. В смысле, только... это не мой. Витюш, это ты пытался или что? Это гоу, короче, низец. Давай.
кровашка, все есть. А в погоню? Погоня будет? Андрюх, он тебя обыграл, получается? Погоня! 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 Го тогда волка еще поищу. Поискать волка, враги. Ребят. Да-да-да, волка, конечно. Есть только Frost Armor, пацаны. О, гемчик. Нихуя себе. Подгон царский. Я заберу свою ДПшку, нормально. Вот это игра, конечно. Дай гемчик. Так, не. Ну шо? Ёбаный алхимик, а? Да что ж ему от меня надо? Драку давайте. Давайте. Диманчика с нами только не будет. Диманчика, он алхимика там вообще гадлайк. Забыл? Ребят, там нет-нет, обёрник походу сидит. Армор всем раскидай. Так я пытаюсь, пацаны тут далеко. Давай мне, слушай, арморки не очень надо. О! Ебать, тебе действительно надо. Я же попросил. Братан, ну... О, Лёх, армор есть, вот заебись. Так. Бля, ну как ты не попал, побил. Ревэйч отдал. Ревэйч, Рубика, осторожно. Так, Алексей, затыкал. Рубик с Ревиджем, так, хорошо. Хуёвые дела. Ребят, ну вот сейчас все очень плохо, на самом деле. Конечно, очень прикольно то, что мы убили господина этого Вивера, но так-то с другой стороны насрать на него, наверное, правильно говорю? Засумонишь? Так, Котл сумонит, хорошо. Бараки, бараки! Давай этого, на здоровье, Алик. Этот стан, момент они тоже стан прочитали. Он даже байбек сделал по этому поводу. Тут еще хуево. И все же, Алексей. Алексей! Алексей хуярит, ой, хуярит. Посмотрите, на лицо радостное, трольское. И опять шадоблэйди небось атаку? Да они будут ждать тут уже, Алексей, в этот раз. Алексей. Так. Не, они ждут. Да, ебать, точно. Это ошибка. О, с их стороны. Сейчас там алхимик в шадоблэйди с тобой бежит, смотри. Так, мансы. Вера электрик! Ту-ду-ду-ду! Вера электрик! Someone kill him. Все уже очень лучше хорошо. Ревич не вкидывал, да? Какой Ревич? У него Ревич есть мой. Он вкидывал. Он дал мне уже. Курица прилетела куда-то сюда. Бля, они серьезно выиграть что ли хотят? Что за говно? Во, ну это же EU. Ну ладно. US. Оу, лоль! Лоль! Все, Альберт, уже не так-то тяжело тебя убить. Ну да. Пацаны время. Достигли своей цели. Так давайте мы это сожмем попки. Давайте. Потуже. Согласен. Так, надо уже какие-то все тоже там тараски, наверное, вот это все. Правильно говорю? Да я пойду БКБ сейчас себе нафармлю. БКБ Буриза и закончится игра на этом. БКБ Буриза и закончится игра. БКБ Буриза, да. Не, ну так. Я не знаю насчет БКБ, но вот. О, вот, точно, все этот алебарда соберу. Алебарда норм. Я там алхимик с кирасой уже. Я тебе говорю, ему немножко насрать на то, что у тебя БКБ будет. Буриза. Да, вот БКБшки он тратит. 4-секундное БКБ. Посмотрим, это бёрник или не бёрник, потому что бёрник обязательно сейчас следующим айтемом. Лёх, мне важнее на самом деле. Да, да, брат. Лепёк. Ебани ульту в него. Лёх, не успел. Так вот. А чё, мы фармим, да? Да, бёрнинг. Бёрнинг обязательно соберёт сейчас новое БКБ, продаст старое. Бёрнинг. Да, бёрнинг. Что смешного? Это казахский бёрнинг. Бёрнинг. Это важно. Слушайте, а где они есть-то вообще? Ожидают где-то атаку. Так, отвезти тебя. Не успеть, плохо. Так, кираса алхимика. Хорошо, все у него. Эх! Может, еще один гем на хабате? Надо халиберду еще одну. У меня через 400. Халибарда. О! Будет, а? Здравствуйте! Ебаный вижен!
Да, ребят, такие. Будет медец ТП, в медец ТП сейвового оленя. Не, ребят, там без вариантов. Ладно. Нам лучше заниматься сплитпушем. Ой, правашку въебал парень. Ты правашку проебал. Я тогда думал, ты меня хочешь засейвить этим правашкой. Думаю, о, все, Алик дал правашку. Думал, нормально, типа, засейвил. А это тебя убило нахуй. Забавная ситуация, да. Америкосы-то не сдаются, блядь. Конечно, ёпта. Алик, сейчас ты собивать ТП будешь, что ты не уходишь? Давай. Да, давайте как эти, как альянсы. Красивую победу одержим. Давайте. Да они разбежались, дефать по-любому уже. Как так? Уверочка гем. И у Пуджа гем. О, ребят, на меня напали. Здорово, Дред. Дред, тебе, по-моему, больно. Да, он хорошо делает мне. Да он БКБ обновил уже? Нет. Нет, 7 секунд. Мне кажется, это все-таки не бёрнинг. Может, верха убьем, гем заберем. А сможем? Да. Можем попробовать. Мне, правда, БКБ нужно. И еще, наверное, какой-нибудь итем. А мне нужна халибарда. Мне было что-то впадлу фармить, но теперь появился стимул. Разъебать америкосов, да? А мы фактически сейчас не в лучшей ситуации. Ну да. Пуджа гема, кстати, тоже. Ну, два гема, да. Правильно. Нормально запакованные. Может, Пуджа? Да, есть дайкер. Блять, волчара, живи. Блять, маленького переманил. Нормально. Я перепугался за жизнь большого волка и переманил малыша. Да хотя его все равно убьют драки, поэтому хуй на него. Действительно. Так, ребята, сверху там опасно. Предлагаю нереальный мув на траволах прилететь и забрать нижний тавр. На волчару. На волчару. Наш тавр мы заберем и волчара. Слышь, я тоже сейчас буду готов так сделать. Лол. И мать самонь, короче, делает ТП на траволах и сразу появляется тавр. Погоди, у нас умирает, тает. Да, давайте, давайте, пока он умирает, сейчас мы сделаем грязь. Ну веди уже. Куда, волчару? Конечно. Блять. Все, там поехали, поехали. Да лол, хуёвая ж идея, пацаны нас раскусят, наверное. Давайте, хуярим, блять. Бэкдор протекшн, ебашим. И сейчас резко назад. Резко, пацаны, бежим нахуй отсюда. Ой-ой. А мне что делать? Бросьте меня. Так и сделаем. Что это хуёвая идея? Не, ну смотрите, Лёха там вот нашёл свой фраг. А, не нашёл. То есть ты имеешь в виду, Лёху убили? Ну да. Лёха! Лёха! У них ещё и ульта как бы этого. Тролля есть. Для алхимика неплохо, по-моему. Так, стой. Любишь, хранишь, малюешь! И пошел, пацаны. и пошел. А дальше? Пошел, алхимик, пошел, что говорю. Что за черт такой? Нахуй он за мной отсюда бежал? Да что, бля, откуда была, столько была маны? Форса, была форса, Андрей. Да не, маны нет уже. Форса-то была, я не успел. Видишь, как получилось плохо. Форса. Он ходит и мана бернет мне. Слышите, ну давайте сядем на хайграунде, у нас же есть котл. Так, что у алхимика? Котл. Так, у алхимика, ребят, где-то 1005, наверное, сейчас. И нам будет бараки ломать, парень. Подоль той тролля. Лоло, у них двух сторон нету, как-то может раздавить их нахуй. Как, блядь, муравьев? У нас гем, есть возможность купить? У меня нету денег. Купите как? Гем, у кого есть деньги, пойдемте. Короче, я пиздец тратить. Много впитываю, ну, бля, быстро заканчивается эта впитка. Подпитка вся. Так получается немного. Да, получается, ты мало впитываешь. Получается, ты мало впитываешь. Не, много впитываю, короче, но мало. Мало времени. Много, но мало времени. Ну, знаешь, Инмай тоже много впитывает, но мало времени. Бля, оставьте эндштаф, пожалуйста. Получается. Да, я впитываю на 1600. Вообще не бью в драке. Тролль тоже у нас много впитывает, но мало по времени. Нужен гем, короче. Алтёк. Алхимик много дает, но много впитываем. Все грамотно. А, Рошан-то появился уже, по идее. Бля, нет. Слышите, там вивер в DPS пошел. Ты куда же передумал срать? Короче, я на 42 где-то убивал. 42 10. 42 15, что-то такое. Если ты убивал на 42, значит еще не скоро будет, Лех, потому что сейчас 42. На 32. 32 15 где-то. Я не записывал таймер, но у меня хорошая память, пацаны. Давайте проверим ее. Давай. Это, подтопец пушат нам. О, здравствуйте. Бля, ну я бегу. Здравствуйте, Тимур!
Так, у пацанов-то есть такое? Похоже, они записывали, я так думаю. Да, ребята записали, видимо. Ебать, братан, и что делать с ними? Ну, надо как Альянс теперь играть. А, ты тоже сдох? Ну да, они ждали нас тут. Там как бомбы, раз в это бомбы, время. Вся хуйня, нужен бомбы! Нужен был гем. Андрей, до конца иди. Я все, уже конец на самом деле. Ты меня любишь. Да завалите нахуй, иди, блядь, бей тавер давай, поёт он. Так меня же убьют сейчас. Не ебёт это никого. Андрей, иди. Да бьют они Рошана, ты что, конченый? Да. Уже убили. Видишь, какой я конченый. Андрей, умирай там, умирай, все хорошо. Главное, чтобы они не шли на нас. О, если ты еще выживешь. Да не, это маловероятно очень. Согласен. Как в масло просто залетает. Ребят, ну вы меня спровоцировали, я не хотел умирать. Но ты спас нашу базу. Да нет, я бы мог все равно ее спасти и не умереть при этом. Пол, Диман, а у тебя что, крылья какие-то пака есть, там в чате пишет? Диман, ну походу с International привез все подарочки. О, я чё, все чё за крылья пака? Где они? А у Вивера мало маны уже. Такая вот история. И хук я есть, и потом фури, и нихуя себе. А Рубикса есть сам. Рубикса Эгисом. Сейчас гон на Вивера, Рубикса Эгисом. Просто нападем, выберем второй ям по запасу. С сыром пуч. У нас подстанет его нечем. Красиво, я монолей кину и все. Все. Мама, налей. Бля, что делать с этим хуесосом, ребят? Кто-нибудь знает? С алхимиком? Убивать пятером. Сплит. Вот сейчас бы его тут поймать, отхуярить. Пойдем. Да, хорошая идея. У него денег 8 тысяч, зачем его хуярить-то? Бля, ну лол, его надо один раз хотя бы уебать. Чтоб байбека не было. Там сейчас просто парень, наверное, обязался принесет. Смотри, Лёш, хочешь я его выкурю, смотри. Да его нету тут давно. Он начинает дофармить, лол. Ну гоу. От него далеко все, как бы, тиммейты. Так. Ребята, да нет, они опять вас обманывают. Вообще, это хорошая идея, гонять за алхимиками без просветок. Сейфово играет. У меня есть гем. У нас гем есть. Ну, гем далеко. Бля, он подпушил, они сейчас топи все соберутся, слышь, это их план. Надо низ толкать уже усиленно. Коварный план. Да-да-да, они, смотри, подпушивают все лайны, хотят... Слушайте, хотят атаку обеспечить. На тебя алхимик нападет. Хотят последний бой. Не, алхимик всё, уже... Ну-ка, ребят, меня сейвим. Угу. Алхимик в топе уже, я чувствую. Я постою сзади все равно. Думаю, что снизу. Это я тоже так думаю. Он уже вот набалтывает, вот в меня. Оба! Не, ну ты выживешь. Я бегу, брат. Так, надо сверху Вивер убивать. Я бегу, брат, в другую сторону. Рубик тоже внизу. Хилимся. Четверо внизу, надо давить. Топ давите быстрее, что-нибудь такое. Он еще и Ревич взял. Боже ж ты, боже. Взял Ревич? Да. Так, с Ревичем враг, да? Блять, как же сложно с этим пингом что-то сделать. Сейчас пытался убить Вивера и просто полчаса пробегал вокруг него и не дамажил. Слышите, они где сейчас, как думаете? Здесь. Есть у меня один план интересный. О, тарарай, вынимай. Хуй из жопы вынимай, блядь. Зато тебе БКБ есть. И мы делаем сплит пуш. Мы делаем БКБ или... Ну, демонейдж лежит. Котол, задувай. Андрюшка, Халберт тебе в ушко. Это в чате написали, не я. Давай задувать, наверное, потому что я даже не хочу подходить. Да, ребят, задувайте, давайте. Ну, я вообще долго буду жить, если что, вдруг. А я там Тайдхантер, смотри, появится. Много будешь впитывать, но там мало? Трэбль, не, я буду реально много впитывать. Правда, если пуш начнет меня так жрать, Алекс, я быстро... Так мало или... Ну, то есть, много впитывать, много, но мало. Много, но мало времени. Улетает лучше, наверх. Лучше не драться без меня. Слышите, тут двое вообще-то. Лол, давайте убивать их. Убивайте. Лол, Андрей, что, психи, блядь? Халк, кинь ему, блядь. Спасайте. Ох, ты ж ёбаный. А, вот этот парень еще есть, да? Ты ж ёбаный, ты нахуй. Вот это, да. Хорошая магия там у чувака была. Вот вы любите с базы выходить просто так, на пацанов бежать. Слушай, ну а Рубика это никто не ожидал ведь. С Рэвейджем. Пуч там хукует, блядь. Диман ожидал. Я не ожидал. Бля, у них топ никто не дебил. Давай, Халиберду, сейчас Халиберду еще. Сейчас полечу, сломаю им к хуям все, ребята. Хорошо, Лёлик. А мы еще Халиберду им поставим. Дефайте, пацаны, а я им к хали сделаю. Халяпури.
Ой! Ой, вот Халиберду, Митяй, Митяй, Халиберду надо. ТПшки, ТПшки им сбивайте, как альянсы, блядь. Отойдите от Димы нахуй! ТПшки сбивайте! ТПшки сбивайте! Какая боль от Вивера уже, болею! Так, хорошо, ломается база. Сейчас будет ровашка, пойду под регенис. Надо дефать, блядь. Надо дефать, сейчас дефнем. Андрюша, где ты? Я здесь, Диман, хорошо. Диман, он меня уебал! Еще раз жарили котлеты! Так, Тайдхантер. Что вы это сделали, блядь, у нас срон горит. Ребята, ребята, нормально. Вообще меня засумонили, я хочу дефить базу. Летите, дефать базу. Я базу дефить хотел, Диман. Парни, это надо было им ломать. Так, давай, стань, стань его, стань. 10 секунд, стань, эту мразь. Стань кого-то, куда-то. Аглиф! Стают волки, давай, блядь! Иду, сейчас убиваем. Андрюха, Андрюша, Рубику дайте ульты, блядь. Стун в алхимика. Стун, есть стун, алхимику. Стун, шрак, сука. Ребята. Ну зачем? Мы выиграли эту игру, зачем? Зачем меня присумонили, ёбаный рот? Ноу!